Депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Елена Мельник 25 декабря в рамках социального проекта «Забота» доставила в Республиканскую детскую клиническую больницу сладкие подарки. Дети, проходящие стационарное лечение, получили возможность подсластить свое пребывание в больнице в канун главного праздника года. Я думаю, все сюрпризы, которые преподносит нам жизнь, всегда это радостные моменты, всегда это радость какая-то на лицах детей, остается она в сердцах детей. И пусть мы приехали, навестили, уделили внимание, и я думаю, это повлияет на их скорейшее выздоровление, и я думаю, все будет хорошо. Елена Леонидовна у нас нередкий гость. Вот, и сейчас, в преддверии этого волшебного праздника, когда все детки ждут чудес, она приехала подсластить им наш рацион. Спасибо ей большое. Конечно, для малышей это имеет очень большое значение. Находясь в наших стенах, они рвутся домой и ждут каких-то чудес, какого-то волшебства. Каждое внимание здесь очень важно. Поэтому спасибо большое нашим родным депутатам. На данный момент на стационарном лечении в больнице находится около 300 детей. Порядка 50 из них встретят этот праздник в медицинском учреждении. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.